Как этот парень прошел твой тест? Стригала директрису своего бывшего салона. Ох, как долго. А сейчас устала очень сильно. Сейчас приехала трениться. Но она не была уже, блин, ветер. Короче, все, встретимся там уже на тренировке. Всем привет, это моя закупочка. Начнем с огурчиков больших, густо, очень вкусные, классные. Потом скидывал два в одном, я вот такие, не помню, ела вообще или нет. Баунти трио, да. А, колбаска медовая, вот такую нашла, вроде бы она была вкусная. Сырок с такой вафелькой, тоже классный очень. Потом густо оливки с лососем, очень вкусненькие. Минералочка, потом вот такой сэндвич бред. Хлебушку нужно его обжаривать, потом вот такой свежо воздушный творожный сыр, сливочный обычный. И вот такие лейсы с сыром решила взять, вот. Сейчас нужно будет что-нибудь приготовить по-быстренькому, принять душик. И там нужно скачать фильмы и сделать некоторое видео. Поэтому все, кесты дома и буду отдыхать уже. Всем пока. 4 часа утра, я сижу, делаю костюм для фотосессии. Все вручную вот пришиваю каждую эту штучку. Ну, вот это делать, типа псевдомедаль, вот это все креплю, вот это что-то придумываю непонятно. Да, все эти цепочки. О май гад. Да, нереализованный стилист, я смотрю. Всем привет, сегодня 30 июля, я собралась на фотосессию Круэллы, да, белая сторона и темная моя, вот, это будет один из образов, вот такая красивая кофточка, плюс еще будет платье, вот, поэтому все, сейчас выезжать буду уже, фух, пожелайте мне удачи, вот, надеюсь, это будет классная фотосессия. Я как возле своего замка. Вот, посмотрите на верхушку. Красиво. Тут я уже не Круэлла. Стало капец. Фотограф пошел в магазин и будем делать молочные коктейли. Да, будем. Ну, сейчас поедем к нему и будем фотографии скидывать мне на флешку. Да, молочные коктейльчики, вкусняшечка. А еще я хочу очень кукурузу. Она уже, кстати, на советской. Это прелесть моя. Ну, это все. Если вы знаете, что здесь есть электровоз, то это я. Да. Вы его будете? Да, я его на нем работаю. Ничего себе. Рыбки вам уложить? Да. Какая уха без рыбки? Вам на общак всю заливать? Да, да, нам на общак. Ну тогда держите. Как вас зовут? Наташа. Наташа, держите. Только на ткачину. Счастливым! Счастливым!
Получается так. Малышка. Короче, тема толкую. Не пришел диджей. И сейчас, короче, соседочку одну, мою девочку знакоменькую, с кем тусуемся, заставили делать дискотеку. Я иду на помощь. Короче, сейчас будем проводить дискотеку мы. Всем привет, прикол. Не знаю, что будет, но посмотрим. Всем привет! Сегодня 2 августа. Я нахожусь на базе отдыха, да. Пикачу! Мне сегодня кукурузку привезли. Я хотела, и ничего, никто никак. Сегодня один молодой человек это сделал. Прям вот вообще герой, классно. Но не об этом, в общем. Сегодня день Ильи. И тоже как бы не об этом. Кто понял, тот понял. Так, а покажу я вам продукты, которые я купила, ездила на Бересте. Так, это сырочек монастырский. Потом колбасочка, моя любимая, с синей вот такой вот полосочкой. Далее морской микс. Вот, в заливке. Далее, какое-то масло вот такое, селёдочное, икорное. Не знаю, вкусное нет, но попробую. Потом мармелад. Бигланча 4. Хлебушек. Онега. И водичка. Фруктайм и фрост. Все это как-то казалось много, да? Денег много потрачено, а по сути опять, как обычно, ничего. Ну, ничего. Кстати, фруктайм очень вкусный. Пробуйте, советую. Все, на этом вот такой у меня мини-обзорчик. Потому что на сегодня, короче, бар закрыт, поэтому пришлось ехать на Бересте. Так стал разговаривать, так знаешь, нормально. Лучше пусть он разговаривает. И поэтому я приняла лучше, пусть он разговаривает, чем с дурацкими ресичками.
Вау! Вау! Он такой деловой, слышишь? Жопа! Клево! Она такая прикольная! Классно! Hello, my motto. Сегодня какое у нас число? 8. 8 число. 8 августа. Идем на Бресте. Едем в Брест с мамой. Hello. Да, еще сегодня у меня мини-праздник с моим молодым человеком. Это 2.9 со дня знакомства. Да, а через 20 минут будет автобус. Так что ждите меня в Бресте. Что может быть лучше? Вкусняшки, пирожные. Дом покажу. Вкусняшечки. Лукум, такие заварные пирожные и такие трубочки. Вращайте барабан. Я все выиграла. Всем привет! Сегодня 10 августа, и я иду за кукурузой. Наконец-то я ее дождалась. Иду сейчас покупать. И, возможно, потом поеду на Белое озеро, но еще нужно сделать видео с распаковкой. Поэтому всем хорошего дня и классного вечера! Господи, что я не наступила на него. Ну. Я снова, когда их встречу вот так вот. Привет. Фух, напугал, дурачок. Что не наступила. Что не наступила. Я потом бы это... Он мог бы тебя укусить, между прочим. Кстати, да. Вау, супер. Еще не укусил ужик. Hello. Я уже на Белом озере. Сейчас покажу вам полянку, какую такую сварганили с мамой. Сейчас я подробно покажу и расскажу. Да, вы заметили мой макияж, да?
Умнички. Та-дам! Начало шикарное с кукурузы. Ну все, теперь моя душенька спокойна, я теперь могу ее объедаться, вернее, ею. Вот. Разная. Есть такая конкретно крутая, потом посредней. Вот так вот, знаете, вот. Вот так. О! Вот так. От старости до молодости. Так, дальше. Покажу вам. Это сыр ассорти Хохланд. Вкусняшечка с салями. С филейкой ароматной и сыром Маздам. Маздам. Такими дырочками. Классненький. Кстати, не помню, показывает свой маникюр. Нет. Потом мармеладик. Вкусные вот эти долечки. Далее такая колбасочка с синей вот этой лейбочкой. Вкусненькая. Так, это мама себе взяла. Это кусочки рыбки. Что это? Нарезки, нарезочка такая, скажем. Потом морковка по-корейски пикантная. Далее вот такие чипсики с сыром. Вот такая колбаска, не знаю, еще такая очень интересная. Даже не посмотришь нигде она. Нигде. Так, далее фрос, минералочка, фруктайм, дюшесик. Вот такие плотные стаканчики, очень хорошие. Потом биг-ланч. Просто не было ни ролла, ничего. Ну ладно, пусть на всякий пожарный черный день. Салфеточки с таким бейбом. Потом сыр. И вот такое салка с мяском. Да, а еще нам оставили чипсики, ногетс одинокий, два ногетс одиноких и тоже бигланч. Так что поляна удалась сегодня. Да, все, сейчас будем кушать вкусняшечки. Все, на это все. Пока. Рикошет идет в лоб. Сань. А, еще раз нимешь. Стаканчик. Не надо. Хорошая группа. Нет. Что не надо. Что чай. У нее чай. Бондари. Всем привет, доброе утро. Сегодня у нас 13 сегодня у нас, да. Я сейчас делаю пальчики, приехала с Белого озера и поеду делать себе ноготочки. Да, эти уже отросли, и два ноготочка уже практически отлетело, так скажем. Вот, а я сейчас буду есть кукурузу, объедаться ею. Потому что я реально уже объедаюсь ею. Блин, соскальзывает. Вот. И, наверное, поеду на озеро завтра. Вот. А сегодня будет все самое интересное и вкусное. Надеюсь. Все, так что делаю пальчики. Буду кушать. И собираться на ноготочки. Нет, Фокс. Эй! Что за дохлая крыса? Подарунок. Приколюха. Я видела у девчонок, которые получили шубку. Вот такая фигня была в подарок. Спасибо, класс. Сейчас достанем малыша. Ты кто? Малышок. Классно. Ой, убери руку. Ой. Ой, убери руку. Лучшая дружба на свете.
Так будет до конца наших дней, да? Это пипец как круто! Идем, передышка войны. Возможно, ты не будешь сражаться, но эта война еще не окончена. Офигенная шубочка. Мягонькая. Красотка. Вселенной, где вы проиграли, или где выиграли, или где этого вообще не было. Все не... Ну, вот еще, что мне пришло. Красавчики мои новые. Ня-ня-ня. И... Покажу. О. Вот так они должны светиться. Красивые. И, оп. Классные, смотрите-ка. Ня. Офигенский запах у этого мыла. Очень классный. Маслоши. Очень вкусный аромат. Очень прям, знаете, как будто какими-то, не знаю, полевыми цветочками, свежестью. Очень классненько. Прям супер. Еще и дизайн такой стилевый. Поэтому бомба. Делаю видосик Makeup Harley Quinn, и он уже на моем канале. Чекайте и смотрите. Чекайте. Возможно, кстати, это может быть и образ на Хэллоуин. Всем привет! И вот моя очередная закупочка вкусняшечек. Начнем с кислых червячков, моих любимых. Большая упаковка, кстати. Вот, люблю их, классные. Потом вот такие салфетки влажные, как будто сезон, 4 сезона. А как на слово нет, добрые старые Sims сезоны. Так, влажные салфеточки, потом вот такой творожный сырочек. Да-да, вот такая моя любимая колбаска синенькой штучкой. Что-то тупануло, забыла, что я этот сыр не ем, и получается он уже такой не дешевый, уже по 2 рубля примерно. Я такая, нахрена я могла за вместо 2 упаковок взять нормальный офигенный большой сыр. Бля, ну тупануло, да, что поделать. Ладно, попробую, как этот, как эта партия будет, может получше будет. Посмотрим. Так, далее. А, ну это вообще на роллы. Вот. Вот еще рыбку купила для роллов домашних. Да, надеюсь, будет все. Круто. Чудо, вот такие пудинки с карамелью. Потом вот такой вот лимончик. Далее вот такое пирожное в баночке. Не знаю, бисконти. Тут орешки, что-то бисквит, какой-то крем. Ну, нужно попробовать посмотреть. Потом лакомка. Далее. Потом вот такие вот 2 чуда молочных коктейля с клубникой и ягодное мороженое. Я думала, малина. Ну, в общем, такие симпатичные носочки. Спящие котики. Так что вот, попробую, протестирую, посмотрим, как и что. Так, носочки. Скидывался такой двойной. Потом эстрелла с лососем в сливках. Вот такая здоровенная дыня. И кола. Вот. Так что как-то так. Вот так столько у меня вкусняшечек. Все, всем пока! Буду впервые за это лето кушать дыньку. Отдавать себе отчет, какими проблемами ответственно гражданство Российской Федерации и как бы наши проблемы не стали перчик. Огурчик. Потому что огурчик был по весу. Тяжелый? Да. Хватит. Хватит? Да. Что
точно. Может, помидорчиков пару штучек? У тебя будет нарублекать, наверное. Что? Нарублекать свой будет. Да, и все. А поливать чем? Полить мне, может быть, этим самым. Этим? И этим, да. Этим, этим? Угу.